Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы гуляем по торговому центру Мега. Сейчас я вам здесь покажу всю эту красоту. Тут можно сфотографироваться. Вот такая елочка выше второго этажа. Очень красивая, с шишечками. Вот уже тут фотографируется елочка. Сейчас мы зайдем с вами и посмотрим елочку поближе. Вот здесь такая, обрати. Вот елочка. Вот зайчик. И вот елка поближе. Вон там фотографируются. Вот сюда, кстати. Вот елочка, но они, в принципе, все одинаковые. Можем вам их не показывать. Очень. Вон там звездочки висят. Белые и с гирляндой. Очень красивые, кстати. Вот зайчик. Очень милый. Елочка. И молодец, пойдем. Сейчас я вам покажу. Вот зайчик еще один. Простите, но дальше уже не пройти никуда. Вот можете увидеть. Я вам дойду немного. Вот, если вам видно хорошо. Вот заяц. И вот заяц. Это зайчиха, видно по ресницам. А это заяц. Заяц-волк. Помните из-за... Погоди. Заяц-волк, заяц-волк. Вот елка. И, кстати, там заяц. Давайте немножко отойдем. Смотрите, там заяц. Представляете, там заяц в очках. На елке. Еще красоту покажу. Сейчас я вам еще красоту покажу. Так, все готово? Белка мне удачи. Вон белка на дереве. Если вам видно, просто я снимаю мои без селфи палки. Вот, и поэтому это показано. Они в разных позах, белки. Давайте, сейчас мы пойдем еще смотреть. Это вам получше, да? Вот украсили дерево. То есть деревья. И сейчас мы пойдем. Смотрите, я как же без фотографий. Можете... Зайти в мой инстаграм, в инстаграме я тоже есть. Так, я в инстаграме также называюсь Принцесса Милана. Ссылка будет в описании. Пришла к грибам. Вот белая елочка. Это мухомор. И вот еще одна елочка. Вон маленькая елочка. Пойдемте дальше смотреть. Тут цветы. Кстати, у нас вот эти красные есть в классе. Вот эти, видите, красные, только это у нас в классе есть. Огроменный подарок. Вы когда-нибудь такой подарок видели? Честно говоря, я нет. Вот елочка. Вот я в санях. Сейчас пойдем дальше смотреть. Я в санях уже сфотографировалась. Смотрите. Сейчас. Тут видите, ходит? Дед Мороз и олень. Дед Мороз, олень. Дед Мороз, олень. Так, еще надо отойти, чтобы... Вся картина ходит. Вот, все вместилось. Смотрите. Там люди, конечно, ходят. Но я потом сфотографирую. Все.
батончик. Хочу у него усесть. И елочка опять рядом. Ой, очень мягко. Это нереально мягкий диван. Вот я вам подарок. Это еще больше подарок. Вот опять елка. Вот домик. И елочка. Вот машинка. Она тоже необычная. Эта машина будто Дед Мороз. Так. Вау! Вот хочется прям забрать эти подарки. Себе налить, да? Можно, только там ничего нету. Сняли? Да. Камеру пчела попала. Это не будет самолетик. Мы пустили вот сюда и допускает пчелу. Вот елочки. Елочки уже много раз можно было видеть. А ведь грибочки. Я уже сфотографировалась. Что твоя мама насчет меня говорит? Вот я поднялась на второй этаж показать тут красоту. Вот елочка. Опять огроменная. Интересно, сколько мне понадобится отойти, чтобы попробовать ее всю почти снять? Это еще и не... Вот. Елочка. Там написано «Мега Химки». Вот. Дверь будто домик для Деда Мороза. Дальше там, смотрите, есть звезда. Сейчас я отойду и вам покажу эту звездочку. Вот звезда, и у меня вот такой след. Давайте вам покажу все. Мы, конечно, наверное, не все. Я сняла. Смотрите, вон дом для Деда Мороза и олень на крыше. Вон звезды, елка. Очень все блестит. Вон у них там магазины всякие. Всем пока, с Новым годом, Рождеством. Ну, желаю, чтобы у вас все было в порядке и вы провели этот год 2018 очень хорошо. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!